Ваши выходные прошли весело? Победители интеллектуального тура «Давай раскрасим вместе мир» в субботу, 10 марта, отправились по интересным местам Екатеринбурга. С ними в путь выдвинулись и мы, чтобы как следует запечатлеть эмоции детей. Организатором поездки стала корпорация ВСМПО «Ависма». Марблы, фриты, понти, стеклянный рот – значение этих слов детям с радостью объяснили в стеклодувной мастерской. Победители заводского конкурса с интересом все потрогали, понюхали, рассмотрели. Дети узнали, что стекло окрашивается вовсе не гуашью или акварелью. Так как мы красим стеклом, поэтому наши изделия не поцарапать краску. Растворителями никакими не растворить. И цвет никогда не выцветит. Ребята, уверенные в том, что нужно напрягать легкие, печень и живот при выдувании сосуда, были удивлены, когда узнали, что достаточно напрячь только щеки. Детям продемонстрировали выдувание стеклянных завитков. Куда они потом их девают? Инсталляция. Из забавного в мастерской были еще стеклянные яркие фигурки, которые мастер делает по детским рисункам. Ребятам тоже предложили что-нибудь нарисовать. После мастер-класса дети окунулись в мир творчества. Поэтому ребята получили не только теоретические знания, но и практически их применили. Я узнала, как делается стекло, как его производят. Раньше я думала, что это очень легко, а теперь понимаю, как это. В стеклодувной мастерской царила атмосфера полного взаимопонимания. Замечательные дети. Мы очень сильно любим, когда начинается диалог. То есть мы задаем вопросы, дети интересуются. Ваши дети интересуются всем. Это очень ценно. На самом деле это очень редко. Начинаешь детей раскачивать, ваших детей даже не надо было раскачивать. На все вопросы отвечали, задавали свои вопросы. Подготовленные приехали. Вот так. Далее воодушевленные ребята отправились в парк чудес Галилео. Ярко, весело, необычно. Именно так отзывались об этом месте юные путешественники. Тут есть разные головоломки. Ну, не головоломки, а интересные вещи, спецэффекты. Вот, мне больше всего понравилась вот эта вот штука, которая стреляет воздухом. И ветер попадает в квадрат. И квадрат шевелится. Особенно мне понравилось рисовать на песке и играть на большой гитаре. Также мне запомнился аттракцион чрезвычайно быстрого похудения. Надо было просто крутить педали, потом газ-свет, и в зеркале ты видел вместо своего отражения скелета, который едет на том же самом велосипеде. Мы пробирались в такие штучки вовнутрь. Меня удивляло, что мы пробирались, и я удивлялся, для чего это все сделано. И там мне показалось, что это клетка. Я подумал, поначалу мы зашли туда, думал, там тигры сидят. Мне так показалось. Кузница стала завершающим этапом в путешествии юных победителей интеллектуального тура. Пускай там было не так красочно, как в парке чудес, детей все же очень заинтересовало это место. Шум станков, стук молотов, раскаленное железо, наоборот, привлекли внимание ребят. Мне вообще здесь все нравится. Как тут идет дело, как тут все вот эти станки. Мне вообще это все нравится. Еще мне здесь нравится. Здесь столько много интересного делают. Например, узоры, всякие заборы. Напомним, что конкурс «Давай раскрасим вместе мир» корпорация проводит уже 10-й год. Юбилей в этом году не только у детского конкурса, но и у предприятия – 85 лет. Поэтому на память дети вместе с кузнецами отчеканили монеты с логотипом корпорации ВСМПО «Ависма». А пушистый житель кузни мяукнул нам на прощание.